Извините, а можно это, как у вас, пару вопросов задать? Давайте, давайте. Как вас зовут? Канат Джакупов. Джакупов, да. А это вы вот написали вот это, да? И вот не боитесь, да, вот там что-то там трения какие-то будут там или что-то? Я что-нибудь? На своей земле, почему я должен кого-то бояться? А-а-а. Ну а как-то вот, допустим, ну сейчас, допустим, вас заберут. Вот тут написали здесь. В Чечне Арон Атабек, Мухтар Закишев. Согласно Конституции, каждый имеет право на мирные собрания. А, вот это, мирные собрания, пикетирование, статья 1, да? Статья 32, прошу прочесть. Конституция работает тогда, когда они, люди, знают и ее уважают. Получается, у нас не знают Конституцию люди, да? Никого не бойтесь. Никого не бойтесь. Арон Атабек, Мухтар Закишев. Это получается в Конституции даже есть, да? Да, это есть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Статью, вот честно скажу, я даже не в курсе был жить, но я знаю, что у нас есть Конституция. Статья 32 Конституции. Граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Пользование этим правом может ограничиваться законом в интересах государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц. Ну, никакого это... нарушения общественного ну, порядка да. нет. Да, да, да. Он имеет право, получается, стоять, ведь так же? Ханат Джакупов. Ага. Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым, социальным государством, высшими ценностями которого является человек, его жизнь, права и свободы. А Оксану это получается Шевчук. Демократическим, да? Да, Оксану Шевчук посадили, мать четверых детей. О каких свободах идет речь? А вот это кто такой, вот Джакишев? Вот это кто такой, Джакишев вот этот? Джакишев это известный профессионал, менеджер, который поднял промышленность Казатомпром на высокий уровень. А Арон Атабек, он кто такой? Это? Арон Атабек это защитник жильцов района Шанрак. Он за них заступился, его посадили. А Макс Бакаев? Макс Бакаев первый, кто поднял тему о продаже земель. Он не побоялся, выступил, он сейчас сидит в тюрьме. Оксана Шевчук, это известный активист, очень смелая женщина. Мать четверых детей. Не побоялась, сидит в тюрьме. Она сидит за нас, кстати. За нас с вами сидит. Мать четырех детей не побоялась. Нету, что там говорить? Значит, получается, ваши действия правомерны. Правомерный, правильно, да? Правомерность определяется судом и законом. Я очень рад видеть вас, что вы имеете такую гражданскую позицию. Только что очень так много людей было, когда разбирались.